И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Данил, и мы продолжаем прохождение Outlast 2. Ой, в прошлой серии мы попали в школу, нахрен. Я не знаю, как мы здесь оказались. Это школа, я... Скучаю, что с флагом? Отдаляется. Так, смотрим, что у нас есть тут. Я бы не отказался от батареечек. Прям вот очень отказался бы. Но, походу, батареечек тут нема. По крайней мере, их не вижу. Так, ладно, проверяем двери. Ты что сход... Ты... Что за... Пусти дверь. Подожди, как? Не работает, ладно. Нам похоже все же вот сюда. Опа. Какого? А, вот так надо снимать, да? Секунду прервемся. Так, продолжим. Так, ну что мы там наснимали? There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Что-то какие-то глюки. Кстати, можно проповеди почитать, которые мы... Только текст. О, так лучше читать, кстати, гораздо. Что-то там... Что-то не хочу читать. Не вижу эти всякие... Фанатичные идеи. Так, спокойно. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Что она сделала? Jessica? And Lynn? When we were... In the fourth grade. Действительно. Не тут-то было. Засвечивает сильно так. Так, тихо, спокойно. Жалко, батареечек нету. Так, а здесь? Понятно. Выпусти меня, пожалуйста. Ты кто такой? Слышь? Воу-воу-воу! Чё за херня? Типа зеркало или чё? Какого хрена это было? Ладно, пойдем на выход. Там
Снег, что ли? Охереть. Охереть. Что происходит? Блин, не видно вообще ни хера. Спокойно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Твою мать, чё за приходы? Я не знаю, кто ты, но пойдем. Итан? Ты один из них? И на какой стороне ты? Я имею в виду, почему я пытаюсь тебя убить? Ну, типа того, как бы. Unborn. Seem too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squall when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when not. Pressed himself on my Annalee, and she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson, baby, he put in her, was about the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Больные ублюдки. Пойдем, пойдем. Блин, нет аккумуляторов. Херово. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. А вот врать нехорошо. Come on, get you inside. Ау. Что такое? Да вообще не слабо так. Что-то мне это не нравится. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Не. Ну ладно. О, кстати, может, мы бинты можно использовать? Давай поспим. Фу, конечно, не стал бы доверять ты так, такому человеку, но, в принципе, выбора-то у нас особо нету, поэтому... Приходится. О. Джессика, отвали. С проблемой посерьезнее есть. Not questions even now, other heretics at chapel.
Твою-то мать. Да какого ж хера? Помог, блин. Так. Чем скажу? Херовенько все это. Надо было, наверное, на камеру снимать. Но что-то, знаете, даже как не подумал об этом. Посмотрим. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Так, ну мы что, предсмертная записка Джессики? Ну да, это же это. То, что в школе. Мужик, у тебя батареек не было случайно? Там земля тебя пухом, но как бы у меня здесь проблемы. Опа. Вот это спасибо. Хорошо. Так, записулька. Пол, тебе нужно сказать папе, что Анали была больна и что это правда. Она ушла жить со своей мамой и другими пораженными. Она ужасно страдала, ее раны были слишком тяжелы для осмотра. Я просто выслал ее, потому что больше ничего поделать не мог. Знаю, что я бы не сделал этого, если был бы хоть какой-то другой выход. Потому что я любил эту девочку больше своей жизни. И я не знал почему. Папа может подумать, что я врал, но ты должен убедить его, что это правда. Бог любит тебя. Твой кузен Итан. Ну хоть одумался, блин. В какой-то момент. Что все, что тут делается, уже какая-то дичь. Че там? Сатанас Inimical Day. Что такое Inimical, интересно? Фух, ну что, пойдем? Аккуратненько так. Пристань. Спокойно. Батареечка. Что за херня? На что, в воду прыгать или как? Так, не нагнетайте.
Это бабуленька ходит. Слышь? Ты кого там призываешь? Так, ладненько. Ребята, ну хорош нагнетать, слушай. Фух. О, нет. Пожалуйста, только не это. Кукурузные поля. Твою мать. Чё там? Мы позырим. Это всё хорошо, конечно, но я хотел бы... They flayed them, nailed them to wood. She was just a kid. Еретики. Оно и видно. Батареечка. А нет, бинт, твою мать. А вот батареечка. Так. Опять какая-то проповедь, да? Бла-бла-бла. Короче, не буду я читать, типа много, и как бы не люблю такое. На паузе читаем. И я потом почитаю. Сейчас время на это тратить не будем. Смотрю, бинты пока не особо пригождаются. Милое дитя. Вроде ничего больше нету. Хорошо. Мать твою. В смысле? Ну, да блин. Не успел я заснять, короче. Твою мать.
Бежим! Беги, дурак! Твою мать, твою мать. Ребята, валите отсюда нахер. Так, нам явно не сюда. Ты что ты делаешь? Да, прям на меня походу идет. Бежим. Да беги, дурак! Твою мать, твою мать, твою мать! Спокойно, спокойно. Я вышел, бля, к началу вышел аж. Дал, блин, кругаля. Фух, твою мать, мне надо за этой кукурузой выбраться срочно. А, он у выхода стоит. Твою мать. Просто, блин, когда бежишь, начинаешь теряться просто. Как бы мне отсюда так свалить, чтоб меня не заметили особо прям так уж.
Да куда идти-то, слушай? Да что даже. Опа. Опа. Так, 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 тихо, тихо. Спокойно. Здесь мы не переберемся, точно. Ребят. Хорош. Так, тихо, 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 тихо. Не помню, куда мы в демке убегали, если честно. И сейчас что-то как-то... Не особо припоминаю. Так, тихо. Кому опять кругаля дал? Так, тут ворота. Да в смысле? Я понял вас. Здрасте. Быстро, быстро, быстро! Ух! Бежим. Куда идти-то, твою мать? Здрасте. А, ладно. Хорош. Фух. Так, мне этот мужчина не очень нравится, поэтому... Да в смысле? А-а. Как сзади, как подойдет. Ладно, закрывать не будем, да? Да вы угораете, да? Отвали, понял?
Фух, твою мать. Чё я лез-то сюда? А, понял. Кровяка. Подожди, ты... Здрасте. Цепуля какая-то, ладно, погоди. Фух. Давай почитаем. Так, 7 января. Еще троих сегодня отправили жить среди пораженных. Их раны слишком явные, чтобы их скрывать. У них было 7 детей, и всех их папа Нот отправил мне на воспитание. Теперь под моим крылом более 40 сирот, которые беззаветно меня любят, как могут только дети, брошенные своими родителями. Уязвимые и зависимые, как восходящее солнце. И я люблю их всех. У меня у самого никогда не будет детей, и у меня есть... только нерастраченной любви. Когда Господь оставит и их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значит эти сны? Да хер тебя разберет. Так, ну ребятки меня ищут. Привет. Это хорошая идея, мне кажется, не особо. О, только что спалился. Так, только аккуратно, я тебя умоляю. Аккуратно. Не упади. Твою мать! Ох, кровяка. Вонища. Ох. Ублюдство. Фух. Что-то я перенервил, чё, пока по этим полям бегал. Блин, это жесть какая-то. Не знаешь, куда идти, со всех сторон тебе с фонариками... Ой, в общем, охереть. Ладно, пока немного выбрались, оторвались, но, блин, мне кажется, мы еще тут будем бродить столько по этой кукурузе, что охереем. Ух, ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на... блин, уже забыл на что. На Twitch канал, на группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании к видео. А на этом все, с вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока.